Определите автора и адресата, которому посвящено стихотворение юбилейное. «После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на П, а я на М». Скворцова Анастасия, предположу, что это Пушкин. Это одна буква. Кто он? Маяковский. На М. Владимир Маяковский – революционер, поэт, художник и актер. Одна из тем полуфинала региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники». Первая игра на сегодня завершилась для 9 и 10 классников региона целой россыпью наград. Теперь есть время передохнуть или освежить знания перед новой схваткой. Уже не первый год Тамбовская область проводит отборочный этап для участия тамбовских ребят, лучших тамбовских ребят на Первом федеральном канале в передаче, которую проводит МГИМО, Юрий Павлович Вяземский, «Умницы и умники». И в этом году, в этом учебном году, наш ректор Владимир Юрьевич Струмов вышел с предложением о том, чтобы провести эту программу, отборочную олимпиаду на базе Державинского университета. Несколько минут остается до начала очередной игры. В студии явно чувствуется волнение. Все-таки на кону у ребят рекомендация для участия в отборочном этапе «Умницы умников» на федеральном канале или получения Державинского гранта на бесплатное обучение в университете. Внешне спокойная десятиклассница Лера Тупикина признается, что испытывает целую бурю эмоций. Скоро и ее выход к дорожкам в качестве агониста. Для девушки, как и еще для шести десятков «Умниц и умников», это новое испытание в рамках полуфинала. На первом этапе школьникам предстояло представить на суд жюри эссе. Работа Леры была посвящена теме детей в Великой Отечественной войне и успешно прошла отбор. Остается сделать правильный выбор. Необходимо выбрать дорожку, по которой нужно будет идти, и от количества клеток на дорожке зависит количество ошибок, которые я могу допустить. Ну, если бы я выбирала, то, скорее всего, я выбрала бы центральную, потому что право на ошибку должно быть у каждого человека. В течение трех дней на площадке Державинского университета школьники будут блистать интеллектом перед судейской коллегией. Победители тура встретятся в финале олимпиады, который в мае проведет автор и ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Ольга Кириллова, «Область новостей».